Приветствую всех любителей рыбалки и активного отдыха. Итак, я снова на рыбалке на Пенженевском водохранилище. Сегодня ветерок, надеюсь, не слышно его будет в камеру. Значит, я отошел подальше от всех. Там берег. Мои сели вон там, вон под берегом, самые первые сидят. Мы разделились для того, чтобы поняли, где лучше ловится рыба. Они там рассчитывают встретить плотву, я здесь леща. Если что, в 12 мы созваниваемся, либо они ко мне, либо я к ним. Зашел я дальше всех, Артемовская дамба. Сделал треугольник, 30 метров туда, от него метров 30, а туда и сюда. Закормлю весь, все лунки разными приманками. Начинаем. Так, собственно, что у нас по прикормкам? Самодельная, дробленая в муку у меня здесь горох, пшено и еще что-то. Раз. Вот такую в магазине почти купил. Конопля плюс биотин. Универсальный новый формат. Холодная вода. Это два. Зимняя плотва секрет. Забыл от какого-то Михалыча или от Степаныча. Три. Ну и, конечно же, добавлю кормового мотыля. Итак, что со всех трех будем использовать разную. Начнем, наверное, самодельная плюс кормовой мотыль. Щепотку добавлю. Следующий будем использовать новый формат. И последний вот этот. От Степаныча. На второй луночке мы будем использовать чисто покупную секрет на плотву. Здесь с животными добавками. Кормового мотыля добавлять не будем. И на третьей лунке мы будем использовать пакеты, конечно, говно, сорвался, зараза. Вот такую. Без мотыля, новый формат, качество за разумные деньги. Конопля плюс биотин. Без кормового мотыля. Кормового мотыля мы оставим на ту лунку, в которой будем уже конкретно садиться, рассверливаться. Которая из этих лунок принесет нам больше улова. Вот так. Собираем пока одну снасть. Это у меня будет удочка под игру с лёской 0.14 с черным муравьем. Сажаю я штук 5-6 мотылей. И погнали. Ни хвоста, ни чешуи, как говорится, ребята. Так, что, ребят, 8 часов времени. Уже минут 20, как сижу на этой лунке, поигрываю на первой. Тишина. Это у меня самодельная прикормка с кормовым мотылем. Пойду сейчас по остальным пройдусь, посмотрим, как там дела обстоят. Что, ребят, тащу первую рыбку. Ну, конечно же, это гусереныш. По-другому и быть не могло. Совсем слабо. Совсем. В этом году. Так. Ну, все же, разлов пошел. Где наша рыба будет? Вот здесь будет наша рыба. Так, тряпочку я не взял. Так, одна лунка сработала, это уже хорошо. Звоню своим, у брата 4 густерки небольших, у отца одна, но поклевки есть. Сейчас мы посидим здесь еще. Так, это у нас покупная прикормка, не помню какая, ну вы знаете видео, какая у меня сработала. Будем дальше искать рыбу, посмотрим, сейчас здесь еще попробуем, потом на следующую, поднял луночку. Ребят, на первой лунке я ставлю без мотылочку. Просто крючок, грузило 7 сантиметров. Посмотрим. Тест на наличие рыбы. Здесь у меня самодельная прикормка. А я пока посажу по тем лункам. Боже, ты противно скрипишь. Третья густерка. Все, поймана на этой лунке вторая. Посмотрим, будет ли здесь покрупнее или нет. Конечно, не радует в этом году. Ой, мелочь какая-то ловится. Приманка здесь, кстати, та, которая под плотву.
забыл, как называется, именно на плоту. От Михалыча или от кого-то такого. А может, от Петровича. Еще раз поставим. Посмотрим, как что видно будет. Что он нам покажет. Пока что получается эта лунка самая удачная. Хотя я на той прошлой не сидел толком, поэтому не знаю. И мормышки у меня везде разные стоят. Может, мормышка это больше нравится. Ребят, поклевки есть. Но засечь не могу. Видимо, какая-то мелочь клюет. Пробую на игру. На игру тишина. Вот смотрите сами. Оп. Поставил пилотик, да? Смотрим, сейчас будет. Только проговорил тишина, сразу поклевка и удар. Вот она. Ну вот что клюет у нас сегодня. Он даже сошла. Выставка. Ну, прям стерка, зараза. И берет даже что-то как-то не, совсем неактивно. Печально, конечно. Печально. Ладно, походим еще по участика по лункам, посмотрим, где будет крупнее рыба, там уже и будем расслабляться, на три удочки садиться. Тащил прошлую, сразу поклевка. Но это уже что-то покрупнее тащу, мне кажется. Судя по сопротивлению, убьет неплохо. Чуть-чуть крупнее растерка. Чуть-чуть крупнее. Но приятнее. Тут в полном смысле слова от размера зависит удовольствие. Размер имеет значение. Только вытащил рыбу, опускаю мормыху с игрой. Эх, сошел. Сошел левчик. Опускал мормышку с игрой, сразу дышь удар. Ну, я сразу подсек, поэтому он не сильно накололся. Но была густерка покрупнее, да? Ну, тоже мелкая. Пустил, уже потяжка есть. Ну, такая плавная, может, там покрупнее что подошло, пока не буду тянуть. Так, жип, клевочек опустился. Оп, опустился. Что-то тянул. Что-то тянул. А, небольшая. Трепещет-то там, блин. Мелочь гребаная. Сейчас даже забагрил. Вообще по всем отчетам сейчас эта мелочь только и клюет. Причем неважно, глубина 7-9 метров. Везде одно и то же. Его просто тьма. Плотва вообще не попадается. Клюет. Опа, есть. Без игры, без ничего, полметра это одна, держу. Мормыху дж есть, ну вы видели сюда, а мелочь. Мелочь сраная. Мелочь вообще подошла конкретно, густерка. Сейчас опускаю леску, опускаю, даже удочку в руки не взял, опускаю, леска перестала опускаться. Я ее назад, думал, зацепила где-то за льдинку, там уже сидит, вытащила опять мелочь. Офигеть можно. Ну, ребят, один и тот же размер. Как под копирку. На ладоху жестерка. С вами позвоню сейчас. Они сюда в начале вообще там. Метров 300 сюда, то есть 400 ближе к берегу. Та же фигня. Мелочь, ну только клюет реже. В общем, у меня есть секретная приманка. Сейчас будем пробовать. Сейчас с этой лунки. Еще посижу немножко и буду рассверливаться уже под одно место. Буду ставить удочку с секретной приманкой. Так что не переключайте. Скоро узнаете, что у нас за приманка и будет ли на нее ловиться. Ребят, с этой лунки поймал он десяток мелочи. По-моему, сейчас клюнуло, что, по-моему, уже сбило мотыля. Пойду на других посижу, посмотрю, что там. Может, там подходит покрупнее. Посмотрю, что у меня там. На безмотылку. И заодно чайка попью. Сейчас такая ситуация интересная была. Тоже подошел я на луночку, на другую. Там, где у меня не горох, а третья моя лунка.
где я последнюю удочку ставил, зеленая мормышка. Подошел, забросил, думаю, надо поправить. Поправляю. Что-то, думаю, такое тяжеловато. Поднимать есть. Тоже подлещик, но покрупнее, чем я ловил на той лунке. На моей прошлой, где я сейчас был. Сейчас здесь посижу, если здесь даже реже клюет, но крупнее рыба подходит. Значит, заберу здесь. Закормлю еще той прикормкой, которую я здесь кормил. Она у меня отдельно лежит. Не помню, как называется. Вот это как раз от Михалыча. Вот это она, да, здесь была. Без мотыля, без кормового, без ничего. Я покормил. На нее покрупнее рыба подошла. Только сказал, ребят, попьем чайку, сразу поклевка. Вот здесь покрупнее. И это радует. Ну что, ребят, за рыбалку. Бум. Это самая нормальная лунка. Здесь подлещик покрупнее. Поклевывать здесь и будем садиться. Хорошо так взял жадно. Молодец. Молодец. Чуть рассверлился я. Решил, где рыба покрупнее. Вот здесь покрупнее, но меньше. Закормить лунки. Закормил той же прикормкой универсальной. Эти две лунки. А здесь универсальная плюс горох. И плюс кормовой мотыль. Значит, первая удочка у меня будет стоять на спецприкормку. Первый раз на нее ловлю. Ну, а эти на мотыля. Итак, прикормка. Решил я попробовать половить. Сейчас будете, наверное, смеяться. Накрашенное сало. Вот такой огромный кусок прям возьмем. Ну, не такой, конечно же. Вот такой кусок. С ноготь. Не, это будет для крючка огромный. Поменьше сейчас возьмем, его отломаем. Часть туда выкинем. И вот такой, ребят, с ноготь на мизинце. Ставим на крючок. Когда подкармливаете лунки, у прикормки есть мотыль, будьте готовы, что поймаете окуня. Это и произошло. Не успела опустить на дно. Есть удар. И окунек. Боюсь, что эта моя новая прикормка не привлекла сюда мелочь, на эту лунку. Поклевка. Есть, что-то зацепил. Опять какая-то мелочь. Таёханый ты банан, а. О, плотвичка. Не, плотвичка надо. Извиняюсь, забираю свои слова обратно. Отлично, нам нужно. Это приятненько. Может, мамка придет большая. Этой плотвички. Опускал одну удочку. Но это была поклевка. Тащу что-то достойное. Хороший ловчик. Хороший, хороший. Не то, что там мелочь. Опа. Есть. И здесь есть. Тоже. Приятный. Тащу еще неплохой подлещик потихонечку. Опа. Нет. Хороший, тоже приятный размер. Пошел проверить, что там стало. Смотрю, кивочек поднят. Приятненько. Просто шик так и подняло. Люблю такой клёв. Вот это так, как и должно быть. Нормально, нормально. Клюй. Клюет. И сразу же есть. Ну, вы видели, да? Кстати, покрупнее что-то делать. Счастье-то какое. Может, плотвинка. А может, и нет. Блядь, ветер. О, неплохой. Со дна, кстати, неплохой взял. Этот уже размер, я считаю, достойный. Ребят, тягал густерку и такое что-то наконец-то достойное тянул. О, достойное. Привык к густерке, что даже такой чуть больше ладохи ласкирь, мне уже кажется достойным. Поклевки пореже, экземпляры побольше. Закономерность. Крупнее подошла рыба, поклевочки стали реже.
Приятно. Тоже спина затекла. Сидеть нагнувшись над луночкой. Пусть клюет хоть раз 10 минут, но лещаку поймать бы такого на килограмм. Или на 2. Шучу, на 2 мне не надо. У меня лунка на 130, он не лезет. Уже обед на часах, а вечера они кончаются. А лещ не подходит. Вроде как начал крупнее подходить, но нет. Такой мелочь все. Давай клюй на камеру. Клюй, тебе говорят. Так, это что-то чуть больше, чем на ладошку. Да. Это у нас еще хороший сегодня считается. В принципе, клев активный. Ловить-то интересно. Уже обеднее время, уже 12. А поесть некогда. Вроде как, потому что клев не прекращается. Но и рыбка крупная не подходит. Так, опустили. Через сколько будет клев? Раз, уже клюнуло. Два. Сколько прошло? 2 секунды уже из шевеления. Что-то подошло. Опа. И уже тяну. Все то же самое, что мелкое-мелкое. Сколько километров лесочки сегодня притащим. О, еще мельче. Наш кот ждет тебя. Вот только хотел пойти поссать, и сразу такой подъем кивка. По-моему, что-то хорошее. О, это уже поинтересней. Это самый большой сегодняшний рыб. Это вот он. Это уже хороший подлещик, наверное, не ласкирь, а подлещик. Да, вот он, самый большой на сегодня. Чем реже клюв, тем больше рыба. Вытираю руки, только джух, подъем кивка. Я поднимаю и роняю удочку. Ну там что-то было реально крупное. Исход. Ну туда. Опа, подтягивать, подтягивать. Давай, 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 бери еще. Подъем. Есть. Ну, сейчас не крупная рыба. Туда была очень крупная. Удочку выронил. Ну, сейчас, да, сейчас не очень. Ну, все же. Да, только опустил удочку, пока что не клюет. Давайте я вам покажу вообще панораму, где мы находимся. И сколько вокруг народу. Я как бы подальше от всех сел, я видео снимаю, поэтому... Не хочу, чтобы люди меня смотрели. Значит... Вот там берег. И вот. Очень много там палаток. Это там мортовая. Немножко палаток здесь. В конце. Кто-то на машине ездит. Там дамба. Тут пару человек. Там пару человек. Один человек. Артемовская дамба. Совсем немного палаток. Ребят, только пошевелил кивочек. Сразу такая бжж, поклевка. То есть подъем и тащу. Вот он, герой нашего дня. Петро. Петро жадный. Так, ребят, клево подутих. Потому что, получается, 3 часа назад уже кормил эту лунку. И надо сейчас срочно не потерять рыбу, чтобы она не ушла. Подкормить лодочку. Да, вареное сало. То есть не вареное, а окрашенное. Ну нахрен никому не надо. Даже не съела. Ерунда это все, ерунда. Ребят, прошло где-то до сейчас. Я закормил ту лунку, где ловил. Последнее видео было, где одна моя. Пришел сюда, закормил здесь, клёва не было. Покушал, бутербродик и чайка попил. И вот начинается клёв. Только-только. То есть сейчас я сидел без рыбы. Может, минус 40 точно. Для отчета. Только поставил безмотылку. И бы не прошло, сразу поклевка. Интересно. На мотылку, конечно, ослаб клев. Посмотрим. Так, поиграли немножко на игровую. И опа, парень подошел. Так, о, неплохой, неплохой. Парни, что-то, по-моему, хорошее тащу.
Видно вам, да? Ну что, слабенькие утоплёнки были. Опа, опа. Опа, бьётся. Опа, неплохой. Неплохой парень подошёл. Молодец. Долго я тебя ждал, конечно. Наведался на мою луночку. Единственную. И сразу такой неплохой ласкирик. Опа. Радует она меня. Так, по-моему, что-то еще прилично тащу. Ой-ой-ой, хорошенький, хорошенький. Опа. Хорошенький. Так, сюда. Плевать совсем стало слабо. Уже полчетвертого. Или полчаса максимум можно половить и все. И клюет мелочь. На этой лунке вообще мелочь. Бам-бам-бам, такие удары. Пару вытянул там. Коту чисто. Опа. Есть. Ой, помню, что приличное. А может, наоборот, неприличное. Не, легко идет. Короче, она же надоела. Пойду на самую свою первую лунку еще посижу. Там, где ни одной рыбы еще не поймал. Может, там по-тихому крупняк подошел и стоит. Так, удочки уже сматываю. Вот эта рыба у меня на коня. Вот такой ласкирик. Мелкий. Это не ласкирик, это красноперка. Ой, красноперка, густерка. У нее вполнечки красные. Удочку сматываю. Это последняя рыба. Вот это уже на коня. Ну, увидите, две подряд вот такой фигни. Ловить больше здесь нечего. Домой, пора домой. Я думаю, что сегодня нормально отловился. Мормышечку. Ну, закинем удочку. Смотаем и домой. Да, в этих балайках долго сматываться мне не нравится. Это... Здесь, где три лунки, я споймал вот столько рыбы. Видите, что это? Мелочь, конечно. Есть несколько крупненьких. Сейчас покажу остальную. Так, с той кучки, где три лунки у меня было, я споймал ровно 35 хвостов. И здесь еще кучка. Сколько всего, сейчас посчитаю. В общем, ребят, не знаю, килограмма 4, может 5 максимум, если есть. Ну, я напишу здесь. Все, ребят, всем пока. Я посчитал, всего я споймал 84 хвоста, это много. Ну размер же, конечно, ладуха чуть больше. На таранку пойдет, коту пойдет. Было интересно, я доволен. Ну я показывал сегодня днем, сколько здесь было. Все уже собираются и уходят. Что вам могу сказать? Всем пока, до скорых встреч, до следующих рыбалок. Всем удачи, добра, живите в радость.